все, форма одежды сельская. Выезжаем мы на село. Уже третий час. Какой третий? Ну, тут, наверное, часы не поворачивают. Ну, в общем, часа три уже. Так что следующий репортаж уже будет с Монастырищенского района. Макаровы все возле машины поскакала, я на это не люблю таблетки собирала. На всякий пожарный. Наш гостеприимный дворик будет ждать нас на следующий год. Запомнили Макарова машину? На следующий год приедем. Скорее всего, что будет новая. Ну, точно так же, как и у Славы. А что там пакет еще остался? А то с мусором, Любань, то выбросили. Я только запомнила номер с той машины, 4266, и уже нема ее. И уже ее нема. Ну, вот я не же надо говорю, было запоминать. Не надо было. Это плохой был номер. Она этой какая. Ну все, давай, Любань. 2375, что ли? Ну, все, баланс. На следующий год, Макаров. Все? На следующий год. Да. Так, ну мы с вами на связи, да, тогда, если что, по коробке. Мы на связи. Ты знаешь мой телефон? Да, ну я у мамы узнаю. В крайнем случае ты записывал. Есть. У тебя этот код. Ну как наш зверь? А я не знаю. Фары поставили, колеса подняли. Да, я у мамы был больше. Наш Ювентино. Ну, трошки він раздолбайка, конечно. Ну, думаю, что доедем. Ну, смотри, путь. Если что, возвращайся. Хорошо. Я обязательно вернусь. Запросто. Как только работать перестану, так сразу в Херсон, на море. Камни убирай. Пока, Любань. Я приеду. Горит? Я обещаю. Я сейчас одену. Нема света? Нема? Что, нема света? Сейчас будет. Электрик сказал. Есть? Нема? Нема. Только дальний получается? Ну, значит, будем ехать на дальний. 14.20 мы выехали с Херсона. Сейчас посмотрим, какие у нас раздолбанные дороги, как мы доедем. Да, Слава, ты помнишь, иномарки обгоняешь. Остался позади. Николаев 54. Войну везут. Так, что у нас тут? Вот 95-й, 26. Заезжай. Заправочка. 28 литров на 755 гривен. Офигеть. Дешево, сердито. Цены, как в Италии на бензин. Компьютерная игра в ямке называется. Маневрировать рулем надо так. Слава, мертвой хваткой ухватывайся за руль. Да не, просто неудобно сидеть, я его знаю. Да ну ты вот эти. Ямка на ямке, ямкой погоняет. Это еще нет, это еще асфальт. Это еще асфальт, да. Дорогой кончине смен. Да,
главный веник. Жилет. А вот веник был в хату, можно было да. купить. Ну, наверное, купим на следующем базаре, як побачиш стану. Не наше, все воно наше. Мені теж за цю хату казали, що може вона не твоя. Так, звісно. Все воно моє. Паровоз вперед летит. На рельсах остановка. Так, это что у нас? Новая Одесса? Со старыми дырами. Ой! Новая Одесса, да. Этот багажник есть? Нет. Первая остановочка кофейная будет. Покажу вам солдат. Торгують пирожки, вода, напитки, шаурма, хот-дог, пирожки, бельмени. Разминочка для ног. Видите? А, у нас тут запчастины. Ну, сейчас у нас ключа нема. Вдруг что-то с колесами. Пока бежит наша ласточка, бежит. Ехаем дальше. Домкрат есть, запаска есть, ключа нема. Проезжаем по очереди. А очередь хорошая стоит. Опс. Вообще. Снег сошел, а вместе со снегом сошел асфальт с дороги. Ой, дёрг, смык. Ничего. Мы продолжаем свой путь. По квадратику, по кусочку между колесами. Боку колес, так, это мы между, это мы, ой, это мы сюда, офигеть, да, даже если хочешь попетлять, то фиг попетляешь, блин, короче, тут нужен Макарова вездеход, ох, он вам вчера по полям, да, ты шо, глянь, что-то люди продают. Наш самолет гудит как зверь, поэтому не можем быть. Вынужденная остановка. Идем нашим членам семьи кушать купить. У нас там собачечка. 6 цуценят привела. Давай, Славуня. А то придется ночью кашу варить детям. Это Вознесенск. А, еще Вознесенск. Церквушка красивая. Это что, по запаху должно будет слышать, когда вознесется. Да? А что за запахи? А тут же кож завода. Ну да, я забыла. Хорошо должно запахнуть. Пушка стоит. Показать же, что невозможно дорога ж такая. Это значит, не в авто до сих пор. Не в авто. Наверное, хорошо зацементировали. А что, вот эти танки-памятники, которые еще можно было привести в действие? Что, их поснимали? Конечно. Так и что? Да, некоторые же города частевые были такие, что своим ходом еще и съехали. Попасть сюда охранником и наворовать на строительство маленького домика, да? Опс. Дорога мечта. Электростанции нет, но это южноукраинская атомная. А ее не остановили, так она в рабочем состоянии. Да? Реактор. Все парует. Купаться можно. Что молоко, да, вода? А тут мы сколько приезжали, и тут люди рыбу ловят без проблем. Покупаться, вылезти. С жабрами или с панцирем каким-то на спине. Или волосы лишние вырастут, да, на голове. Сейчас
занимаемся мы. Сам городок южноукраинский. Он такой маленький, да? Сравнительно молодой. Ну, хоть дорога более-менее. Конечно, вечером плохо видно. Сиротский район южноукраинский. Да, расстроился. Когда я была здесь, проезжала, здесь частных домов не было. Сейчас целый городок. Наверное, такое одно из немногих мест, где люди зарабатывают, да? Ведущий водитель. Мы не отстаем, у него сильнее фары. Это что за остановка? Это Умань, ребятки. Нам осталось, вон Слава уже на гамак лягает. Слава, у тебя сиденье лучше в машине. Зачем тебе той гамак? Мне чаек, пожалуйста. Вот такой вот рыночек. Видите, где можно попить чай, скушать вкусный пирожок, есть солянка, суп, борщ, вареники, плов, пельмени, жаркое и чай. Вот так вот. И трасс. И осталось нам 60 километров. Наш зверь бежит. Шумахер стоит. Все нормально. Чашечка чая. И смотрите, шум в машине, бардак. Это все будет убираться. Вот такой у нас скороход это называется. Я и Шумахер. Руль вообще супер. Но зато красота. Мы на своей лошадке. Без дворника. И накрапает дождик. Но нам осталось 60 километров. Ерунда. Давай, Слава. Я еще такой обочины не бачила. Пупиришками. На пупиришки наїхала машина. І раз, стала в колію. То ми перед самим домом тормознулись різко. З благополучним прибиттям на рідну землю. Шумахер і головний помічник Шумахера. Без таких всяких поломок, да? На своєму крейсері долетіли. Так, вообще. Всім спокійної ночі. А не газуша вулиця. Є же наш дом. Где эта барышня, что ты влюблен, а? Намигонный, блин, по дороге такой. Снег еще лежит. Это нормально, тут холоднее. Извиняйте за грязные окна, завтра будет все блестеть. Исторический момент. Мы дома. Мы дома. Славуня открывает ворота. Сейчас будем заезжать. Якась дровиняка лежит под воротьми. О, это пришел кавалер. Наш кавалер, нашей мухи. Ну, вон. Наша хатинка, веселинка. А, так тут і муха бігає з ним, все ясно. Ну, коротше, приїхали вони з цих. О, вона муха. Сіськи висять.